Дега использовал разнообразную технику гравюры, включая афорт, например, в недатированном автопортрете, а также сухую иглу, акватинту и литографию. Занимался он и монотипией, смешанной техникой, представляющей собой нечто среднее между рисунком, живописью и эстампом. Соединив монотипию с пастелью, Дега написал концерт в кафе «Амбассадор» 1876-1877 год. Техника монотипии позволяет создать рисунок на любой подходящей поверхности, а затем перенести его на бумагу. Теоретически при этом можно получить только один отпечаток, однако на практике с одного рисунка удается сделать два оттиска и более. Такая техника, представляющая широкий простор для эксперимента, пришлась по душе Дега. Некоторые монотипии оставались самостоятельными работами, но очень часто художник использовал их как основу для дальнейшего рисунка пастелью.